У вас, друзья, с вами снова Леза Александр. Ну что, в общем, конечно, выиграть мне не удалось. Но это почему, конечно? Просто я уже немножко был бывалый инфобизнесмен. А Азамат отдает предпочтение больше людям, которые делают только первые шаги. Ну, в итоге там победила девушка, которая привлекла там что-то, ну, короче, какой-то там 3 подписчика и сделала один заказ, да, на свои услуги, на свой консалтинг, да, так скажем. Вот. Но в итоге, скажу так, мне удалось выйти на сцену, хотя ничего сложного в этом не было, но мне удалось выйти на сцену и рассказать о себе там. Возможно, вы фотографии будете потом видеть мои, я обязательно их выложу. Возможно, видео как-нибудь через месяц, не знаю, просто не на мою камеру снимали. Просто это многого стоило, вот выйти на сцену со своими единомышленниками, пообщаться, пожать. Я пожал Азамату руку и сказал: спасибо, Азамат. Просто, как бы, он тоже один из тех людей, как вот Роберт Киосаки когда-то, да, повернул мою жизнь, в другую сторону, да, что ли, в правильное русло, да. Также вот и Азамат Ушанов тоже какой-то день встретился мне в сети и повернул мою жизнь вспять, в другую сторону, да. Я просто, вот я сейчас иду, смотрите, какая красота тут, вот так вот. И просто я надеюсь, что я на просторах сети тоже для кого-то из своих учеников и своих подписчиков тоже оказался тем человеком, который повлиял на судьбу непосредственно вас, да, и я очень надеюсь на это. Ведь встреча, ну, случайная встреча, самое что ни на есть, ну, может быть, самое что ни на есть не случайная вещь на свете, я вас уверяю. Итак, с вами был Дерза Александр, такой небольшой приветик из Москвы. Завтра я вам обязательно отправлю уроки, те, кто проходит сейчас тренинг. Вот. И я вам завтра отправлю обязательно уроки. Все, я, в общем, спускаюсь в метро. Всем пока. Счастливо. Спасибо за поддержку. Еще раз хочу вам сказать, что спасибо огромное за поддержку. У меня все получилось.